Всем привет, дядь Юра дает прогноз на ответный матч 1/8 плей-офф Лиги Европы Young Boys Аякс. В первом матче Аякс без вариантов в одну калитку выставил швейцарцев, но сумел реализовать свое преимущество лишь во втором тайме. Первые два гола случились в результате удачных рикошетов, а третий гол, забитый в самом конце игры, фактически снял все вопросы об итоговом победителе. На выходных Young Boys сыграл 2-2 с Санкт-Галленом. В итоге у тинейджеров нарисовалась серия из 5 матчей без побед с одним поражением и 4 ничьими. Young Boys все 5 домашних матчей в этой Лиге Европы отыграл на тотал больше 2,5. Аякс все 3 матча в плей-офф Лиги Европы также отыграл на тотал больше 2,5. В общем, Аякс как минимум на полголовы сейчас сильнее Young Boys. Плюс к этому команда Сиоана сейчас находится в далеко не лучших своих кондициях. По большому счету хозяевам терять нечего, надо постараться сыграть максимально агрессивно в атаке, а вот что-нибудь да получится. Весь вопрос заключается в том, насколько позволит это делать соперник. Гол, забитый Аяксом, окончательно перечеркнет и без того мизерные шансы для хозяев. Буки фаворитом ставят гостей, считают, что матч должен получиться очень результативным. Тут сложно угадать. С одной стороны, Young Boys забивал во всех матчах Лиги Европы, кроме игры с Аяксом. С другой стороны, Аякс в домашнем матче вообще ничего не дал гостям у своих ворот. По логике развития событий, Аякс имеет хороший шанс выиграть и второй матч, если хозяева полетят всей командой вперед. Тут, если случится 0-1, можно ждать, что игра перейдет в товарищеский режим, поэтому очень похоже, что много голов в таком матче забито быть вроде бы как не должно бы. Из жадности здесь можно взять обе забьют нет за космический коэффициент 2.62. Из связки ставок тотал меньше 3,5 обе забьют нет победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 2.62. На победу гостей 2.22. На тотал меньше 3,5 1.64. Конечно же, самая реальная ставка из предложенных видится тотал меньше 3,5. Коэффициент невелик, но такой вариант имеет под собой веские основания на заход. Аякс будет не столько атаковать, сколько не давать атаковать сопернику. Если в первом тайме хозяева не забьют, можно ждать, что в тайме втором игра будет спокойной и незабивной. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!